Одним из самых тяжелых и трагичных периодов Великой Отечественной войны считается ее начало, когда враг стремительно приближался к столице. Тогда бой приняли сотни тысяч добровольцев и красноармейцев, остановив гитлеровские войска. В Химках, вблизи деревни Черная Грязь, прошло возложение цветов к монументу в честь подвига сотрудников милиции, павших при обороне Москвы в 1941 году. Осенью 1941 года враг стоял на подступах к Москве. Шли ожесточенные бои. Монумент установлен рядом с часовней. Здесь в 1941 году находился боевой пост милиции. 30 ноября около 200 героев приняли бой с механизированной бригадой фашистов. Отступать было некуда. Многие из милиционеров погибли, но враг был остановлен. Дальше отступать нельзя. Позади Москва. Шаг назад – это срыв обороны Москвы. Монумент в честь подвига сотрудников милиции при обороне Москвы установили в 2020 году. Их подвиг никогда не будет забыт. Елена Тараненко, новости Химки ТВ.